Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат закликав українців не ігнорувати повітряних тривог і особливо сьогодні, 15 лютого, каже, що окупанти, ймовірно, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля «Цезар Куніков». Ну, от десь близько півдня знову була масштабна повітряна тривога по всій території нашої країни, пов'язана зі зльотом Міга-31, а вранці була масована ракетна атака по всій території нашої країни. 26 ракет випустив ворог. До речі, за останній час вперше, здається, були так само використані калібри, кілька калібрів серед тієї номенклатури ракет, які запускав ворог. 13 ракет знищили сили протиповітряної оборони. Чи можна вважати цей ранковий обстріл 15 лютого помстою за великий десантний корабель, який, власне, головне управління розвідки, використовуючи дрони «Магура», потопило? Ну, нет, калибры они уже использовали недавно, несколько штук. Это еще одна партия небольшая, они отстрелялись, калибры в основном были сбиты. Вряд ли это там какая-то в месте, в смысле в скорости. Просто они не смогли бы подготовить эту атаку. Такого рода это не масштабная атака, это средняя атака. Несколько десятков ракет. Средняя атака, мы их отбиваем довольно-таки неплохо. Особенно крылатые ракеты. Есть проблема у нас с баллистикой. Баллистика только уничтожается там, где стоит Патриот или СМТ. А вот в основном крылатые ракеты отминусовываются. И это такая средняя атака, она готовится примерно неделю. То есть за один день, там, со вчера они бы ее не подготовили. Где-то неделя, это просто совпало, скорее всего, так. Как раз примерно неделю назад была тоже средняя атака. То есть и следующую можно отсчитать, вот неделя. Это как раз на типа на 23-е, российские скрепы на 23 февраля. День российской террористической армии, скорее всего, туда также будет какая-то атака. Вот там эта атака может быть массированной. То есть они где-то время на массированную атаку, где-то в районе сотни, больше 50, по крайней мере, в районе сотни летательных аппаратов, они могут готовить месяц-полтора. Это как раз после новогодних атак массированных, или не одной дуплетной, можно даже так сказать. Они ее тоже где-то месяц-полтора готовили. Вот на 23-24 февраля, плюс-минус день, может быть, они, если им нужно будет в информационном потоке, так как толку с ней, конечно, с этой атаки никакого не будет, мы большинство однозначно собьем, но, тем не менее, для фейерверка, для подогревания боевого духа россиян они могут этот вопрос решить, потому где-то за неделю, через неделю, скорее всего, будет еще одна, как минимум средняя, как максимум одна большая или дуплетная. Россияне используют в таких средних атаках, ну, пытаются использовать весь спектр вооружений, который у них есть на данный момент, иногда даже просто для тренировок. Для тренировки выхода на цель там, в заданное время, допустим, для того, чтобы можно было как-то масштабировать, с одной стороны, по территории Украины, а с другой стороны, совместить между видами, родами войск, которые используются для запуска ракет. Это же и морской старт, и воздушный старт, наземный старт. Вот чтобы это отыграть систему управления, могут просто использовать такие атаки вот в чисто тренировочных целях. Понятно, какое-то прикладное значение в них вкладываются, но для тренировки могут повторять их там каждую неделю. Романе Григоровичу, стосовно калібрів, от Гнат говорить, звертає увагу на що? Під час цієї ракетної атаки ворог використав два калібри, під час попередньої – три. І це є свідченням того, що у росіян зараз це величезна проблема із калібрами в результаті, знову ж таки, успішних ударів наших воїнів по тимчасово окупованому Криму. Погоджуєтеся із такою оцінкою? Площадка для перезарядки калибров есть только на данный момент, есть только в Севастополе, в Новороссийске она только строится. Там часть будут перебрасывать, скорее всего, демонтировать некоторые узлы в Севастополе, перебрасывать в Новороссийске и монтировать уже там. Потому россияне используют калибры действительно в малых количествах, понимая, что перезарядиться ну, будет просто негде. Либо перезарядка придется, ну, довольно-таки опасно выполнять, там, чуть ли не на коленях. Это очень сложно и опасно, особенно для кораблей.
Потому, скорее всего, вот именно эта причина. Нет места для перезарядки. Все отстрелянные калибры, тубусы пустые сейчас. Они их зарядить не могут. Потому и отстреливают там по одной, по две, по три ракеты. Вот то, что мы видим. Но это не значит, что они не могут одномоментно, допустим, несколько десятков калибров сразу отправить. Почему? Если будет такая необходимость, они легко пойдут на это. То есть отправят несколько десятков калибров. Потом будут ждать, допустим, уже монтаж или демонтаж и монтаж этой системы перезарядки в новом месте. Это возможно, потому это не на 100%. Надо просто понимать, почему они затягивают, есть эта беда у них. Но это не значит на 100%, что они полностью не будут использовать калибры. У них заряженных больше 4 десятков калибров есть. Стосовно великого десантного корабля, це «Зарконіхов». Голова української розвідки Буданов прокоментував це ураження. Говорить про те, що були використані 5 дронів «Магура». А на кораблі було близько 90 людей. Скільки вижило, Буданов каже, що не зрозуміло. Але аналізуючи, знову ж таки, ті, що ворожі пабліки, стає зрозумілим, що якщо хтось і вижив, то це одиниці. При цьому так само цікавою показовою є реакція Кремля. 14 лютого вони взагалі відмовилися це коментувати, сказали, що це всі питання виключно до Російського міністерства оборони. Пропагандисти взагалі російські все це не коментують. А в російських пабліках почала вже з'являтися інформація про те, що командувача російського Чорноморського флоту відправили у відставку після цього інциденту. Наскільки болючою є ця втрата зараз для ворога? Дело в том, что большой десантный корабль у россиян осталось несколько штук всего лишь. Их, допустим, он может брать на борт где-то 500 тонн груза. 500, до 500 тонн грузов и несколько таких кораблей. Это практически морской мост. Представьте себе, там 5-6 кораблей. Это примерно вес, они могут перебросить военные амуниции, как железнодорожный поезд, там 50-60 вагонная сцепка. Примерно так, до 3000 тонн. И для россиян это очень важно. И потерять их, и так вот терять, как они их теряют, а мы же в основном-то и работаем по большим десантным кораблям, либо по ракетным катерам. Для нас важно как раз уничтожить все, что может перебрасывать в достаточном количестве военную амуницию, и ракетные, то есть шахтные установки или ракетные пусковые установки на любом корабле. Поэтому это первоочередные цели, мы до них добираемся. Главное управление разведки Буданов выполняет эту задачу. Служба безопасности Малюка также сама работает. У них тоже есть достаточно хорошие беспилотники и Магура, и Мамай, которые выполняют эту задачу. Как раз тоже большой десантный корабль был уничтожен под Новороссийском. Поврежден. Естественно, удар по Аскольду ракетами уже, то есть это авиация помогает. Вот такая троица наша святая, которая сейчас работает по Черноморскому флоту, Главное управление разведки, Служба безопасности, авиация, ракетчики, уничтожают Черноморский флот, и если так пойдет дальше, с такой периодичностью раз в декаду, будет уничтожаться российский корабль, то, в принципе, под конец года у россиян останется там пара десятков кораблей. Если подключится реальная авиация, подойдут F-16, ни одного корабля российского к концу года может не остаться. Они все будут затоплены. Потому видна уже системная работа над уничтожением Черноморского флота всеми силами, средствами, которые есть на вооружении украинской армии. Романе Григоровичу, про ядерну зброю російську так само хочу ще з вами поговорити, про російську ядерну зброю в космосі. Починаючи від вчорашнього вечора, низка американських ЗМІ, включаючи такі агенції як CNN, Reuters і видання New York Times, написали про це матеріали, що, мовляв, розвідка Сполучених Штатів дізналася про можливу підготовку Росії до розміщення у космосі ядерної зброї. Були навіть на деяких пабліках повідомлення, що нібито вона там вже
вже розміщена. Але от «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що поки що Москва не близька до реалізації своїх можливих планів. CNN каже, що система перебуває на стадії розробки та ще не виведена на орбіту. А «Wall Street Journal» називає проблему серйозною, але вважає, що вона не належить до невідкладних і не повинна викликати занепокоєння у американської громадськості. Власне, що хвилює у цьому сенсі, те, що деякі аналітики говорять про те, що якщо Росія навіть і буде вдаватися до таких намірів, піде на те, що вона розмістить свою ядерну зброю у космосі, то головна мета буде збивати супутники. Що ви скажете з приводу появи таких публікацій? Це нагнітання чи ризик того, що цей сценарій буде, він високий? Ну, это логичное определенное развитие некоторых видов вооружений. То есть перевод уже в космос, гонки вооружений, это, в принципе, логика в этом есть, и военная логика в том числе. Вопрос технологических возможностей. Так вот, у России их просто не существует. Россия даже еле-еле попала по Луне, пытаясь посадить свою станцию на Луну. Вот представляете, какие у них технические возможности по космической отрасли. А это уже давно, давно уже не Советский Союз, потому россияне деградируют в этом отношении. Вряд ли они будут смогут выполнить эту программу. То, что они будут пытаться однозначно, что, даже просто для того, чтобы мультики потом показать, это же в основном россияне мультиками показывают, «Звездные войны» показать с участием российских мультипликационных героев или очередных вундервафель. Не более того. Но то, что это все выходит в информационный поток и, скорее всего, пододвигает наших партнеров принимать решения по противодействию, даже теоретическому, гипотетическому, это хорошо. Это значит, будут выделены дополнительные средства на разработку противодействия, будут, опять же, разработки проводиться по контролю российской этой отрасли. По крайней мере, надо жестко контролировать, уже понимать, где и как, и видеть, как их сносить, эти спутники, если даже они будут. Но опять же, у американцев даже сейчас есть несколько зенитно-ракетных комплексов, которые могут сносить низкоорбитальные спутники. А это в основном, если будет какая-то такого рода оружие, оно будет низкоорбитальным. И ТААТ, и ХЕЦ-3, кстати, РУ-3 сносит, то есть они достают до низкоорбитальных спутников где-то от 100 до 200 километров по высоте. И, в принципе, даже сейчас без каких-то больших капиталовложений смогут обезопасить, по крайней мере, свою территорию от такого рода оружия. Но, тем не менее, тенденции понятные, они озвучиваются. И то, что будет готовиться, еще раз повторюсь, наши партнеры будут готовиться противодействовать россиянам в космосе, это хорошо. Мы тоже должны приобщиться к этой теме. У нас довольно-таки серьезная космическая отрасль, мы неплохие двигатели разгонные делаем, то есть по большому счету мы можем участвовать в этих процессах. 14 лютого відбулося засідання союзників України у форматі «Рамштайн» і був підписаний один дуже важливий документ. Йдеться про меморандум про план створити коаліцію з протиповітряної та протиракетної оборони. От голова оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус говорить про те, що підсумком і цієї зустрічі у форматі «Рамштайн», це вже вона 19-та за рахунком, і підписання цього документу, підсумком цього стане суттєве закриття українського неба шляхом посилення протиповітряної оборони. Я правильно розумію, це не лише меморандум і не лише документ, це конкретні вже кроки, прописані наших партнерів щодо закриття українського неба? Ну, это первые, наверное, шаги. Может быть, вторые, потому что первая – это сама передача в свое время была тех серьезных систем зенитно-ракетных комплексов. Они посмотрели, как мы с ними управляемся. Мы показали, наши ребята показали лучшие показатели, то есть лучшую, чем даже заявлено иногда в тактико-технических данных, возможности этих комплексов. Потому этот первый этап пройден, сейчас второй этап. Разработка уже общих систем противоракетной обороны над территорией Украины. Третий шаг должен быть, это уже вхождение нашей системы в общую систему
безопасности Европы, то есть европейской безопасности ПВО, и для Европы это очень хорошо, потому что им лучше, чтобы наше ПВО перехватывало все ракеты, которые могут идти на Запад, по крайней мере, через нашу территорию. Потому здесь есть непосредственная заинтересованность наших партнеров в развитии именно в этом направлении противовоздушной обороны, европейской в том числе. Мы, естественно, будем за двумя руками и будем участвовать в такого рода мероприятиях. Романе Григоровичу, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму. Бережіть себе і до наступних зустрічей. До свидания.